пришли к вам в гости. Поздравить с праздником. Спасибо. День освобождения города было 18-го, день города. Поэтому для Змеева это 2-й 9 мая, скажем так. Спасибо. Поэтому пришли поблагодарить вас за то, что вы еще молодцом. Поздравить вам. Тут боевые 100 грамм принесли, как положено. Змійський міський голова Павло Голодніков, його заступник Петро Кучков привітали зі святами ветеранів-фронтовиків. У Змієві їх залишилося лише 7 чоловік, і їм усім вже далеко за 90. Але вони чекають на гостей, цікавляться справами і передають вітання землякам. Змійчана благополуччя, щоб город благоустроївся, процвітав, і змійчані були здорові. І щоб не забували, що треба робити прививки. От коронавируса. Прежде всего здоровье. Здоровье, чтобы нам справиться со всеми нашими, как говорят, неполадками, недоделками, чтобы все у нас в Змеевчане, во всех у нас у змеевчан было все хорошо. Передайте всему Змееву так и держать. Анатолій Полончук, Микола Чорноморець, Єлизавета Христенко, Яків Булига, Борис Морошниченко, Любов Амосова та Борис Ткаченко. Це наша жива історія. Останні з представників покоління переможців. Велика вдячність вам від сучасників, для яких ви завжди будете прикладом працелюбства, мужності і великої любові до рідної землі. Завжди приємно посвячати наших ветеранів. К сожалению, каждый год все меньше и меньше. Сегодня на территории города Змеева проживает 7 человек, которые принимали участие именно в боевых действиях во время Второй мировой войны. Сегодня мы каждому уделили по 5 минут внимания, пообщались, узнали, как здоровье, привезли боевые 100 грамм, надеюсь, хотя бы немножко подняли им настроение. 78 лет назад они освободили наш город Змеев, тем самым подарили право нам жить в свободной стране, в свободном городе, развиваться. Спасибо им огромное, низкий им уклон за то, что за их нечеловеческий подвиг, который они совершили и вынесли эту фашистскую чуму с нашей родины, с нашей страны, с нашего города. Всем ветеранам крепкого здоровья. Ну а мы будем делать максимально то, чтобы их все знали, помнили и никогда не забывали.